1 января елку еще не включили. Постель быстренько застелили. Завтракать надо. О, Грета сподобилась. Завтракает. Так я же ей туда капнула. А, вкуснятины. С добрым утром. С камерой. Смотрим, доедаем. Раз глазом. Доедаем то, что у нас осталось. Салаты. А ты, Наташа, не ела еще, да? Нет. Ладюху накормим. Ну как? Вы вчера погуляли-то хоть расскажи. Нормально. Наташа спрашивала, теперь я пришла. По второму разу. Елка хорошая, красивая. Ну да, ну и как всегда, да. Что там? Ну не как всегда, раньше-то было из настоящего делали. Веток. Разве? А сейчас в прошлом году, по-моему, тоже искусственная была. Да, и в прошлом году. Мне же чем, я не снимаю. Добавками. Ну, оливье с курицей тоже хорошая вещь, но мы вчера ничего сильно так, чуть-чуть поклевали. Ага, завтрак, курица будет. Ну, так-то еще можно что-нибудь сварить, по идее-то. И вареньки замороженные есть, все есть. Пельмени Наташа не сказала, не надо делать, так что притормозила меня вчера. А народу было много? Там много, да. Ты посмотри, дома люди не сидят, да? Ну, а что, ты посмотри, как хорошо. И сегодня погодка хорошая. Так и вчера было теплее. Ну и вчера тепло же было, да? Ночью было тепло очень. Ой, смотри-ка, 18 градусов. Угу. Ну, до окна теплее все равно, там-то все равно. Ну, пусть 20. Холоднее. Пусть 20. Все равно ветра самое главное, чтобы не было. Ну, да, без ветра тепло. Да. Ну, мы тоже с Наташей сейчас немножко туда-сюда и тоже прогуляемся. Спасибо, что поел. Спасибо вам, что накормил. Городка, я боюсь тебе косточки давать. Косточка трубчатая. Это пусть только если что Наташа даст. А то, видишь, вот такую дашь, она трубчатая, не дай бог. И будем по поликлиникам ездить. А не Новый год. Тебе и так он чашечку навернула. Уже без добавки одна собачья уже и не ест. Ты посмотри на нее. Обязательно добавку надо вкусную положить. Уже пахнет. Ну. Гулять-то пойдешь? Не боишься сегодня? Вот, подарков столько надарили. Ну да, это... Не, ну почему я там немножко поздравила, сняла себе. На себя неудобно снимать. Это дома на штатив поставила, там уже выкаблучиваешься, по-русски говоря. А когда с камерой ходишь, как там? Мне самое главное своих запечатлеть. На память. Мало съели. Селедочки осталось. Холодильники тоже все позабили. Ну не все, но то все ж не съешь. Вон и салат остался, и оливье, и курица. Да все. Все. Все завались. Будем есть потом. Прогуляться с Наташей. Сейчас погода хорошая, надо прогуляться с Наташей. Что будем? Ну, мы ж не будем сидеть. Тортика тоже чуть-чуть. Наташа не захотела, чтобы я пропитывала, поэтому он, видите, вот как суховато. Наташа с пропиткой не любит, Ладюша любит с пропиткой, вот как вот. Пошли, Грета, пошли? Пошли. Че, к Ладюхе хочешь? Опросься сразу ему и раз. Вот так, ты просишь, даже боишься. Че, пойдешь, что ли? Пойдешь к дверям? Да ты ж не пойдешь, только говоришь. Да она уже сходила. Ну, она все равно что-то сунула. Я знаю, что она сходила, я слышала. Че, мы не будем лавки? Зацепила все-таки вот так вот. Бдительность потеряла. Вот так вот. Это не же ловче. Да. Кто на мой диване не говорит? Сейчас.
Сейчас, подожди, она сейчас как... Она выжидает момент. Не машет зря руками. Руками, лапами. Пакт о перемирии. Всю Штюшу прижала. Ты посмотри-ка. Напала все-таки. Фрося победила и рванула назад. Ну, что? Называется. Что, на пол не хочешь? Тут ловишь. Не хочет. Выехали с Натальей. Вот она, Наталья моя. Новый. Это какой проспект Ленина? Перестроитель. Третий год еду и все запомню. Все широкие улицы. Все проспект, кажется. Проспект, это же Перестроитель. А, ну вот, правильно я сказала. Проспект Ленина, проспект Перестроитель, проспект Мира. Собор, еще расскажи. Иконы Казанской Божьей. Казанской иконы Божьей Матери. Казанской иконы Божьей Матери, как длинно. Тут запотело. Да, надо посильнее включить, чтобы оттаяло. Вымер город. А там два человека, там вновь. Благо на работу, еда, да, все отсыпаются. Проспект Ленина туда, вон он, показатель. Перпендикулярно Первостроителям. Все заснежено. О, пришли на место праздника. Наташа! Собаками люди приходят. А? Да, зачем мне сюда приходить с собаками? Ну, вот так вот. Бедные собаки просто пугаются. Ну. Потом теряются. Ну, вот они очень еще много народу. Ну, конечно, 1 января. Комсомоль. Все тут резвые, видать, остались и привели детей. Ну, да. А, музыка опять много не снимешь. Пойдем туда, пройдем, что ли, маленечко. Сюда-сюда уже темнеть будет скоро. Да. Четыре, пять. Надо просто погуляться даже вот туда, вдоль, не обязательно. Ну да, да. Пешком просто. Ну, я и говорю, погуляемся. Ну пойдем вон там, туда. Чуть. Пойдем, сходим, там дорога есть. Да не очень, можно пройти. Можно пройти. Я в камеру, а ты уже вокруг.
лошадь какая или карета какая поедет. Я ж камеру скидываю. Закат, видишь уже? Солнце садится, видишь? Музыка много не слышишь. Как всегда. Общественное место. Ну да. Суперджет. Кого? Мы быстро живем. Нам быстро надо, чтобы польза была от ходьбы. Идем к Амуру, батюшке. Амур, батюшка. Такая вот аллея лесная. Вот вокруг лес. Вокруг лес. Лес, конечно. Ну, как лес. Парк. Ну, парк не парк, но он деревья. Не тайга, конечно, но деревья. Пошли прогуляться. Посидеть 1 января у телевизора. Это не камильфо. Для здоровья плохо. Вот вообще одни сосенки стоят. Вообще. И лыжники тут же. Ну, кто не любит застолье, пожалуйста, на лыжах можно ходить. Садись на скамеечку. Скамеечка. Кто-то сидел даже. Видишь, снега нет. А что же? Устался кто-то. Бывает? Ну да. Больные всякие. Ой, какой лес был. Он же уже сколько лет этим соснам, наверное, от 37-го года так растут, как росли. Это просеку, наверное, это, мне кажется, не посаженные. Это, наверное, как была тайга, прорубили. Что-то мне так кажется. Видишь, они беспорядочно стоят, неровненько. Значит, так. Так и сделали. Колечки по всей длине. Сидит человек на лавочке. Ну да. Встал, можно посидеть. Что-то мы с тобой тем сбили. Пошли. 20 градусов, но так ощутимо. Ощутимо. На водке раковые бомжи. Да, что ты думаешь? О, шишки какие, на еле большие. Грозди. О, грозди, как виноград. С Наташей увидели, думаю, да сниму. Они опадают потом. Да? Конечно, да. Они опадают потом. О, сколько прошли. Гуляем сейчас с Наташей. Подходим уже. Амур, набережная, да, дочь? Вот это вот первопроходцам памятник. Тут, знаете, праздники проводили когда-то. Первопроходцы.
рабочие все. С орудием труда, с рюкзаками. Через Амур прошли и строили Комсомольск на Амуре. Ну, такая теория. Вроде как. Закат уже, нам надо назад идти. Поздно вышли, что-то собирались. Поспали пока с праздника. Машут, не ходите. Тут шнель накидывает на себя. Тут очень плохо, холодно в Комсомольске. Не ходите. Вот как-то смогла, так показала. Тут, наверное, скользко, не точно. Конечно. Вот, разобьюсь нафиг. Очень скользко. Тут гранит и снег. Чуть не упало. Ну, не пойду. Там ничего не прочитать. Там так плохо написано, что и близко подойдешь, не прочитаешь. Ярко написано. Вот они. И все погибли. Теодолит, он у него в руках. Чего это они погибли? А? Чего это они погибли? А что ж, они живые, думаешь, остались? Фу! Столько погибло здесь молодежи. Они ж ехали, как эти, думали прямо тут. Амур не показала. Сейчас еще дочек Амуру подойду. Амур, батюшка. Это так. Вот он, Амур. Вот. Вон мост. Сейчас увеличу. Вот мост через Амур. Плохая видимость. Вот. Увеличила сильно и резкость упала. Вон Амур какой, батюшка. О. Ну это, наверное, не Амур, а залив, да? Амур, а где китайцы? Господи, не здесь, в Благовещенске. А здесь нет разве? Нет. Через Амур тоже мы? Да. Мы же вот переезжали в Москву и поехали. Вот они, наши строители. Молодежь, парни молодые. Ну все, пойдем назад, у меня уже руки замерзли. Немножко погуляли уже, вон фонари. Стемнело. Сколько мы минут не засекла, прошли? Там с полчасика все погуляли, туда 15, наверное, обратно. Не знаю, 4 приехали. 4 приехали? Значит, час гуляли? Ох, как незаметно время-то идет. Ну да. Вот там елочка. Люди бегают. Играют. Ох. Сейчас машину прогреем и поедем. Телефон хорошо высвечен, а так темнее намного. Сугробы. Через эти сугробы мы шли. Через эти сугробы. Через эти сугробы шли. Машину даже негде поставить. Вдоль дороги поставили. Сейчас нормально, ничего. В следующий раз пораньше поехать, можно побольше помотаться. Стемнело быстренько, 5 часов и все. Темень. А на телефоне день.
Сейчас еще надо Наташе. Это филармония наша. Наша комсомольская, наша. Или это не филармония, это что? Драмтеатр. Драмтеатр, господи. Я по-биробиджански, у нас одна филармония. Драмтеатр. Все, тронулись, пристегнулись, к полету готовы. Поехали. Побывали, заправили, все, поехали. Еще я сам перезаходил, вот пакет. Надо, не надо, но что-то надо. Поехали по ночному Комсомольску. Вот так, не успели выехать, уже темно. Поехали.